Друзья, всем привет! Вы снова на канале Борода Плей. С вами снова я, Серега. Наливайте чайку, кофейку, что-нибудь покрепче, как всегда. Мы продолжаем играть в игру Star Wars Jedi Fallen Order. Итак, в прошлую серию что у нас было? Мы нашли разбившийся корабль. Здесь нам нужно что-то сделать, не помню что. Короче, мы пробрались. О, ходят, смотри, беленькие. Снеговики ходят. Пробрались вот сюда, короче, тут я искал сейвак, нашел, сказал, все, нахуй надо на сегодня. Продолжаем, в общем. Сейвак у нас есть, мы восстановлены. Охуенно, все хорошо. Я забыл, да, у нас этот же дроид может здесь замыкать что-то. А смысл? А почему мы не зацепились? А чё мы не зацепились? За мной беди. Вот, зацепились. Чё-то, блядь. Ладно, не проснулся я ещё, короче, сейчас будем это нормально все делать. Смотрим, что он хочет еще. Ну, давай так пока сделаем. Так, теперь сюда по любасу. Так, ой, вжух. О, блядь. Два дроида? Мощных, нифига себе. Вот сейчас это будет херово. Цель рядом. Ищу зону прямой видимости. О, выходим. Иди сюда. Твои шансы на выживание низки. Очень низки. Воу! Системы отказываются. Охереть! Воу! Тихо. Воу! Да как, блядь, я, блядь. Помоги мне беги! Беги! Отстань от меня, долбоебина, блядь! Ай, бляха! Он когда Стим принимает, он не может кувыркаться. Вот что я вам скажу. Блядь! У меня нету силы! У меня нету силы, отъебись! Беги, нужна помощь! Враг восстанавливается! Ой, блядь, сука! Тихо, спокуха. Они не отлетают вообще в сторону даже, смотри. Получен урон, ты сейчас у меня, блин, руки-ноги потеряешь. На, вот так вот нахер, так. Я найду твое уязвимое место. Найдешь. Вот мое уязвимое место, блядь. Так. Было жестко. О, мы что можем сделать, смотри, станок. А, что здесь? Хочешь забраться по тросу? Забраться? Этот мотор должен сработать. Короче, мы теперь можем ездить вверх и вниз, я понял, здорово. Зачем ему пули? Посмотри, у него сзади пули, блядь, на этом, на ремне, на спине. Нахера ему пули? Чё это за ковбой, блядь, такой? Так, привод для троса, я понял. Теперь здесь закрыто, и нам надо идти, как я понимаю, обратно. Двигайтесь вверх, вниз, так, нажимая. Ага, я понял. Да, сработало, супер. Теперь что, замыкаем, смотри. Давай. Ага. Пора в путь. О, кстати, можем восстановиться. Давай восстановимся. А, нет! Ай, блядь, уже похуй. Уже, наверное, похуй, так что ладно. Восстановятся те же ребятки, блядь, вот где мы сейчас были. Ну ладно. Может, нам туда и не надо будет. Так, давай. Замыкаем. Запрыгиваем, супер. Так, тут нужно по стене, туда там пятеро, ну нихера себе ж. Лады? Кажется, я что-то заметил. Заметил. Приплюсь-то. Мне потребуется всего секунда. Отлично. Не колебаться. Погоди, отойди надо. Ах, ты ж спадла такая, ну. Все нормально. Красиво. Разобрались вообще с ними нормально. Так. Ага, здесь дверь открывается. Так, карта. Здесь непонятно что. Здесь какой-то пульт, я не знаю. Там, по идее, щупом можно этим же, да? Да. Взаимодействие. А, здесь просто даже можно вызвать. Во как. Чего? Что? Пока что? Там было что-то написано, я не видел. Короче, это поебень, что там не работает, наверное, пока. Мне что-то такое написали. Пока-пока. Ладно, хер с ним, идем дальше.
Кости какие-то. Динозавров, что ли, ищут? О, тихо. Погоди, хорошо, подожди. О, бляха. Я вижу тебя, джедай. Ну, здорово. Я не промахнусь. Блядь. От меня не скрыться. Недостаточно быстро. Недостаточно быстро? Сейчас я тебе, блядь, давай, устрою иди. Нахер. Опа, мимо. О, тихо. Уходим, отходим. Тихо. Нормально все. Не такой уж он и стрёмный этот. А, получил, да? Еее! Так, здесь у нас, ага, понятно. Так, а что ты его сканировал? Отлично. Мы уже такого сканировали. Ты чё? Беди, хренадик. Мы уже такого хорошие сканировали. Данные. Так. Ага, здесь можно эту штуку убрать. И мы попадаем. Спасибо за помощь. Так, погоди. Так, я пытаюсь понять, куда нам надо идти, потому что это мы идем по главному заданию вроде, а вот там же я еще сломал стену. Давай все-таки пойдем на стену туда. Да. Мне кажется, это типа здесь как секрет. А, тут закрыто, я вижу. А, можно открыть. Ты че, офигел? Кто это? А, это этот. Придурочный, точно. Я же забыл, что он здесь. А, он сейчас взорвется. Иди нахер! Есть. Смотри. Вот, о, пропало, все нормально. Так. В воздухе повисли куски эти. О, здесь защитник этот самый, видишь, этой, как их, пирамид этих или как? Местоположение врага определено. О, не-не-не-не-не. Закрой нахер! Короче, я понял. Бля, это херово мы сделали. Это короткий путь обратно, блин. Вот что это такое. Я ж только что мочил этих придурков. Целостность нарушена. Да еще! Не! Они запоролись, смотри. Блядь, не запоролись. Неправда! Помоги мне, беди! Неправда! Ты видел, я висел не в руке, а просто где-то сбоку, блядь, от руки. Он тупит, смотри. Готов, ну и хер. Так, хер с тем тоже. Так, погоди. Это мы по кругу прошли, все верно. Значит, нам сейчас надо, подожди. А это что? Какая-то желтая херота. Ага, мы это открыли, нам сюда и надо. Все нормально. Поможешь мне, беди? Интересно, он сюда как попадет, наверное. Я ценю это, беди. А как сюда попадет? Ха, просто так он попадет, да? Может, мы зря это закрыли? Мне кажется, мы зря это закрыли, блядь. Ну ладно. Мы же обратно не пройдем теперь, иначе. Так, хорошо, ладно. Так, я понял, сейчас, рановато я это спрыгнул, сейчас. Да блядь! Давай, не тупи! Да блядь, сука! Подожди, сейчас. Надо успокоиться. Да, отлично. Опять воспоминания. Рабочий в спешке бросил свои инструменты. Ему были нужны реликвии, и не было дела до погребенной здесь истории. Понятно. Так, о, нифига себе, так, блядь, я обосраться можно, блядь, ненароком. Я думал, на меня такая херота тут смотрит. Так, а что здесь? А как? Нет. Что, просто разбежаться, прыгнуть и все, что ли? Погоди. Что-то это как-то не клеится. А, видишь, он показывает в бок. Ага, все, я понял. Все верно, да, в бок.
Тихо! Бля. Там наверху было что-то какие-то, он еще, видишь, светится, надо туда попасть. Пока не знаю как, но надо. Вот так вот, отлично. Все, грамотно, сработали. Мои люди удвоят усилия. Мы проникнем внутрь, офицер Крейн. Понятно. Ну, по стене, по стене, по стене. Охереть. А, да, нифига тут зацепиться надо. Все, все, я понял. Ладно. Так, сохранялка, хорошо, делаем, конечно. Да. Так, у меня одно очко навыков. Что у нас там можно на одно очко-то сделать? По-моему, нихера у нас нельзя на одно очко сделать. Так, Y плюс Y. Сильная атака, типа, это что? Во время обычного бега и бега по стенам, к автоматически отображать. Давай возьмем, пофигу. Будем бегать и отражать автоматически. Вот, просто бежим, видишь, а он все отражает. Вообще крутяк, по-моему. Я теперь всегда буду бегать, бля, постоянно. Так, смотрим. Да нет, нет, бля, ну что ты делаешь? Смотрим. Ну все, нам ничего не остается, только сюда. Там ведь веревка болтается. Такая большая кнопка на полу, да? Типа, если не встанешь на нее, хуй куда... Здесь. Как предсказуемо. Да, я знаю твое имя. Охереть! Твое прошлое. И самое главное... Твое будущее? Я знаю о Кордове. Кордова. А, все, скажи мне... Где он спрятал Голокрон? Я ничего не знаю. Будем драться. Отлично. Отлично так. Бля, привет. Слушай, как дела? Тихо. Оу, я шустрый быстро. Иди нахуй. Ах ты ж пизда такая. Ну-ка на, блядь. Иди сюда нахуй. На, блядь. Что ладно, блядь. От следующего удара не уйдешь. В трусах прохладно. Ушел, блядь. Я такое переживала. Переживешь, значит, еще раз. На. Опа, тихо. Ага, хуев там тебе дров. Ну. Воу! Что? Это слишком просто. Воу! Тихо ты! Зараза такая! На! Да херов тебе там, не получится у тебя ничего, ни хера не получилось, ха-ха, я же сказал, не получится, на. Бля, я забываю блокировать удары. Воу, это что, это размен удар мне сейчас был или что, я не понял, или... Воу, друзья. Выручай, беди. Беди давай, беди. Отразило. Я отразил тоже. Уходим. Я тебя уничтожу. Беди так. Хуйней не страдаем. Все, деремся как дрались. И все, спокойно, тихо. Она отражает удары. Бегать вечно не выйдет. Оп, отходим. Отлично, все нормально. Твоя смерть все ближе. Бля! Беди. Бросай, Стим! Все нормально, собрались, разобрались. Бля, я не успеваю отражать ее удар, это реально. Вот это я реально не успеваю делать. Давай к ней! Уходим. Спокойствие, только спокойствие. Воу! А это все, я ничего не могу сделать, это понятно, потому что нам нельзя ее сейчас убивать, понимаешь? Это скрипты, скриптово все. Ха-ха-ха, хуй тебе, молодец, беди, мужик. Отсоси! Ты растешь. А ты сосешь. Ты как последняя ученица Церена, тоже неплохо. Ты ведешь им учет. Странно, что Цера ничего не рассказала. Хранит секреты она не умеет.
Так, а расскажи. Ты так хорошо ее знаешь, да? О, она была слаба. Раскололась на имперском модуле для допросов. Выдала местонахождение своего наивного подавана. Они бы ни за что меня не нашли. Ну-ка покажи себя, кто ты. Если бы не она. Она предала меня. Ты Дрила. Дрила? Она самая. Дрила? Ты не будешь мной манипулировать. Ты так уверен, да? Да, иди. Когда перед ней встал выбор спасти себя или своего подавана, победила ее эго. Победила она не она, победила тоже. Просто, что не смогла справиться с этим, с креслом для допроса. Но я могу за себя постоять. Можешь ли ты позволить себе этот риск? В душе твоего нового учителя кроется тьма. Насрать все. Видел бы ты ее, когда она узнала, что они со мной сотворили. Она дрогнула, явила подлинную натуру, прибегла к темной стороне. Она перестала пользоваться силой. Да. Да, да. Интересно, как скоро она предаст и тебя? Стоит ли доверять ей, когда ты найдешь Голокрон? Что бы сказал Джаро Топал? Ты не имеешь права упоминать его имя. Интересно, что бы он подумал, увидев своего подавана сейчас? Скрывающегося в тенях с предательницей, помогающего ей найти легион податливых учеников. Нет, я ни за что не дам их в обиду. Когда-то я тоже так думала. Все, что ли? Окей, разобрались, разобрались. Нехорошо, ничего, нормально. Нам не дали ее замочить. Я бы ее замочил, нам не дали просто этого сделать. Так что все в порядке, в принципе. Так, хорошо. Так, куда мы бежим? Куда мы несемся? Короче, эта баба, я так и не понял, кто она. Я понял, что она сказала про нашу подругу пучеглазую, что она всех, короче, сдала, когда ее пытали. Типа, она такая херовая, но, как бы, блин, ее пытали. Я не вижу херовости, когда человека пытают, и он, типа, ну, говорит какую-то информацию. Это, блядь, пытки, нахуй. Она же не пришла и не сказала, же не предала. Ее пытали. А это сразу говорит, что она и тебя предаст. Как она меня предаст? Она меня предаст, если ей, блядь, ногти из пальцев рвать начну. Да, конечно. Поэтому, как бы, непонятно, в общем, пока что. Вот здесь проход есть. А нам он и нужен, спасибо, походу. Спасибо, что помог беде. Ты спас мне жизнь. И помог подобраться к гробнице. Блядь, карту не смотри. Бля, мне камень какой-то мешает карту не посмотреть. Ну да, сюда надо. Да, беде, ну не факт, что он помог, потому что половину-то я у нее уже вынес, как бы я бы мог ее и добить, возможно, на самом деле. А, не то. Поэтому не факт, что беде прям нам помог. Беде, может быть, сделал наоборот. Ну, понятно, что это самое все, скриптово. Так, восстанавливаемся. Дерево навыков нам не надо, у нас нету очков. Тик. Да блядь. Я по привычке из других игр, со всех с Dying Light 2, с Valhalla, Assassin's Creed, пытаюсь включить это зрение, посмотреть, что здесь есть вокруг. И постоянно сажусь на этот самый, на печать на эту, для медитации. Это да, это вообще. Всегда хочется нажать посмотреть, как бы, что где вокруг, чтобы облегчить себе. Мы нашли ее. Кого? Здесь все не так, как в другой гробнице. Гробницу? Не гробница, знаю, мне Миктрула. Это не по душе. Миктрула, мы сейчас будем сражаться, наверное, с этими, которые охраняют гробницу, роботы. Так, подожди, а куда нам сюда, наверх? Гробница Миктрулы. Так, да, вижу вот сюда. Так, подожди. Не, ну там явно ничего нету. Вот здесь такие стеночки для бега отличные. Даже не для бега, смотри, походу. Блять. Да, отлично. Я нашел ее, но... Цере, почему ты мне не сказала? Ага. Она всегда лжет. Ты... Как? А, она это самое. Я перенаправила сигнал, когда ты попытался с ней связаться. Взлом зашифрованных передач всегда был ее любимым занятием. Ну-ка. Она меня и научила.
тем, что умеет Цере, я овладела в совершенстве. История второй сестры. Так, погоди, давай посмотрим. Так, это уже 4-4. Империя была близка к нахождению гробницы Миктрула, поэтому Кел поспешил на Зефа, где оказался в ловушке, расставленной второй сестрой. Это как раз с которой мы дрались. Оказалось, что ее зовут Трила, и она бывший подаван Цере. Слушай, Цере, подожди, кто такая Цере? Это вот наша вот эта вот пучеглазая, что ли, да? То есть реально, что ли? То есть, получается, у этой Церы были подаваны даже? Ну, то есть, она, значит, крутой какой-то вообще была, джедайкой, а не ученицей никакой, да? Но когда она была готова нанести Кэллу смертельный удар, вмешался BD-1, сгенерировав между Кэллом и Трилой неразрушимое лазерное поле. Кэлл бежал в град... Да, ну понятно, это все останавливается. То есть получается, да. И сейчас она, короче, видишь, я типа пучеглазой нашей этой самой говорю, почему-то не сказала, а это перехватило это самое наше сообщение и разговаривает с нами. Да блядь! Не те кнопки жму. Dying Light 2 дает о себе знать, сука, не попал. Хорошо, давай раскачаемся, блядь. Пиздец, блядь. Давай, вот так, вот. Отлично, раскачиваемся. Вроде все в порядке. Сука, получилось. Ой, блядь, слава тебе. Требуется помощь. За мной должок. Почему BD-1 не может мне сам в спину тупо вкалывать эти хуйни? Это было бы намного эффективнее, потому что в бою, например, это очень сложно похилиться. Пиздец, два стик... Как их называют этих, короче? Два шприца этих потратил зеленый. Стима, блядь, вот. Не нравится мне эта штука. Не трогай. Штурмовик. Ой-ой-ой, тихо! Отлично, заебись просто, а у нас жизни кот наплакал. Уходим. О, а мы можем вообще так спрятаться? Мне камеру не развернуть. А он, наверное, здесь стоит прямо сзади меня и ждет, блядь, такой, знаешь, пальцем мне. Иди сюда, сука. Ладно, пошли обратно. Оу, да. Почти что так и было. Иди, давай, Стим. Охуеть, он крепкий! Иди нахер! Готов! Отлично! Мне кажется, показалось, что он крепче, чем предыдущие были. Так. Ага. Нам сюда? Нам сюда. Нам определенно сюда. Здесь закрыто, ага. Начинается опять Tomb Raider, блин. Вообще, я уже говорил, у нас были уже эти катакомбы, эти как гробницы. И этой игре эти гробницы, вот эти разгадки вообще не идут. Они бы лучше меня посадили бы в крестокрыл какой-нибудь и дали полетать, пострелять. Это было бы намного интересней, чем решать эти гребаные головоломки, понимаешь? Зачем делать... Из Звездных войн, блин, Tomb Raider. Вупиду, да? Ну ладно, давай, вупиду, так. Так. Мой друг, эти устройства, похоже, имитируют силу притяжения планеты. Другого объяснения я не вижу. Не понял. Имитируют притяжение... Сил, притяжение, фу, бля, силы притяжения планеты? Имитируют? Кто? Вот эти вот штуки, вот куда он, что он делал? Куда он? Сюда вот куда-то на стену светил. Стены? Нихуя не понимаю. Вот теперь понятно. Вот это теперь ясно. Так меня сейчас тоже должно бахнуть тогда, по идее. Не, подожди, мы тогда выключим. Ага, да, вот они силы, видишь, силы притяжения, понятно. Все ясно, понял. Вот теперь все понятно стало. Они, короче, просто притягивают эти фонари. Да, можно отдохнуть. Бля. Так, очков навыков у нас нету. Хуй с ними. У тебя нет времени.
На что? Мои разведчики нашли интересный артефакт в гробнице. Так. Я уже изучаю его, открываю его тайны. Кажется, Кордова был просто очарован этими Зеффа. Возможно, настолько, что спрятал Голокрон среди их костей. Посмотрим, чему же ты научилась. Не высовываться! Поймать его! Да по... куда? Вот куда? Объясни, куда он прыгнул? Не сдаваться! Тихо! Да. Твою же ж мать. С одной стороны, вот без этого прицела, без фокусировки на враге, он прыгает вообще хуй знает куда. С другой стороны, когда ты фокусируешься, ты не видишь, что происходит вокруг, потому что камеру не дают вращать. Это тоже очень херово. Вот я сейчас пытался перевернуться на заднего и не мог, потому что он тупо шел на переднего, на котором я сконцентрировался. Это очень фигово сделано. То есть, по идее, нужно было, знаешь, как сделать, когда ты хочешь переключиться назад, ты жмешь назад и удар, и точка фокусировки должна перепрыгивать на заднего тогда. Вот это было бы правильно. Что ты переключаешься на другого как-то. Хуя себе. Так, и чё, я могу это и выключить, погоди. Ага, могу. Так, и еще вопрос у меня, знаешь, какой нарисовался? Вопрос у меня нарисовался, что внизу, вот там вот, там был какой-то спуск... Так, нет, подожди, а где? Вот там вот, был спуск вниз. Я хочу, чтобы... А, все. А, нет, не все, вот нормально. Давай сюда вот вниз спустимся. Вот, да-да-да-да-да-да-да. Во, о, еще один. Блин, и куда нам надо? Пока непонятно, давай сюда, сейчас они там подерутся, мы потом его добьем. Они вообще что-нибудь делают, нет? Ну, они что-то вот так, слабенько совсем. О, тихо-тихо. Бросай, Стим! Ай, блях, он еще раз убьет, да? Охереть! Блядь, этот удар у меня на Y, он очень мощный, он реально крутой. Тихо, тихо, бляха. Он этот удар реально крутой, он мне нравится. Почему он не сработал? Он мне нравится, когда он срабатывает. А никогда не срабатывает. Уходим, отлично. Ой-ой-ой, тихо-тихо. А как он за угол-то стреляет? Вы охуели что ли? Реально, посмотрю, реально за угол куда-то стрелял, блядь. Это нечестно сейчас было. На тебе за это. Все хорошо? Нечестно, нечестно сейчас был момент. Прям за угол, блядь, куда-то стрелял как-то. Здесь ящики, понятно. Ну и хорошо, значит, мы сейчас что-то новое найдем. Воспоминания, это очки опыта. Реликвия древних Зеффа. Ага. Этот период их истории полон тщеславия и расточительности. Есть! Давай-ка посмотрим. Новая раскраска богомола. Слушай, давай посмотрим, что у нас вообще там происходит. Это не это, это вот это. Смотри. О! О! А ничего так. Мне тут красное нравится. Зеленое тоже прикольно, но мне красное нравится. Не, оставим зеленую, как-то пизже выглядит, да? Да, пизже выглядит. Это какая-то голая совсем, здесь очень мало цветов, здесь тоже. А вот зеленая, она прям такая пиздатая. Оставим зеленую, так, банк знаний, способности. А, вот костюм. Понча, еще понча есть, смотри. Вот такое есть понча. Вот такое понча. Вот такое еще есть, говно. У меня самое пиздатое стоит. Костюм. А, это просто цвет. Ой, не-не-не, блядь, подожди ты. Беди один.
Бля, не повернуть его никак. Это голубой с оранжевым, это типа какой-то хаки, да, цвет. Это какой-то светлый, это какой-то голубой цвет. Хаки оставляем, нормально, что. Костюм, почек, говно, короче. Ладно, хорошо. Ничего интересного. Там еще много было по мечу, по световому, что можно заменить, как бы. Но это нужен верстак. По-моему, так меч нельзя менять. Окей. Продолжаем, значит. Погоди. А, нет, на меня это вообще не работает. А как это запрыгнуть? Нет. Хорошо, если эта штука притягивает, давай попробуем отключить. Видишь, она типа здесь застряла. И попробуем. Вот, отлично. Понял, какой я умный? Хер бы кто догадался, я догадался. О, о, побежала шприца ебаная. Робот стоит. Реально стоит робот, смотри. Он же сейчас активируется. Блять, мимо, ну как так-то? Сука, сука! Отъебись. Так. Шприцы эти бесят просто. Так, здесь что? Круг, отлично, можно, отлично. Да-да-да, давай. Так, или не надо. Ай, похеру, давай отдохнем. Просто опять ребятки все восстановятся, когда отдыхаешь. Нам туда никак не добраться. Лучше вернуться и сообщить отряду. Улетел нахуй, все. Подожди, хочу здесь посмотреть. Вот сюда вот здесь еще можно пройти. Вот, смотри. Оу, нельзя пройти. Хорошо. О. А, ну это нам вниз как раз и надо, потом припрыг сюда, все нормально, ага. О! О, видел? Это же реально наеба. Это же реально наеба, ты видел? Удар четко прошел, а он просто раз и в бок сдвинулся. Нормально? Нормально? По-моему, нихуя это не нормально. Отлично. Наебывает игра по-черному вообще. Просто по-черному. Так, да. Бля, не видно. Здесь проход. Опять веревки. Опять две веревки, бля. Да иди ты! Да, да ладно! Почти получилось с первого раза. Я думал, не получится никогда. Так, смотри. Хоп! Есть! За самый-самый краешек, бля. Так, дальше, наверное. А, нет, здесь, подожди, здесь просто по кругу. А, вот туда вот надо все. Ага, ага. Так, отлично, да, все верно. Взрывающиеся падлы. Попал в мою ловушку. Крысеныш. С каждой минутой моих солдат тут все больше. С каждой минутой меньше я их убиваю. Один на один? Если бы твой дроид не вмешался, я бы с легкостью. Да нет, да нет, да путаешь ты. Ой, ничего, приятель. Тебя только что нахуй послал робот, понимаешь, мой? Только что просто за зашифрованным компьютерным языком в виде BIP он послал ее нахуй. Вот так вот. А говорят, роботы материться не умеют. Ха-ха. Мой умеет только так, поверьте. Так. О, там с крысами дерутся. С шприцами, точнее, извиняюсь. Там просто стоит, отдыхает. Ему насрать, что там его друзей пиздят. Так, тут крыса гуляет. Хорошо. Ладно, что мы можем сделать вот этой кнопкой? Вау-вау-вау-вау-вау. Ёбушки-воробушки, ничего себе. Так, погоди. А зачем мне это? Зачем это? Просто зачем это? А, ну все, да, все, теперь все в порядке. Все, я понял, хорошо.
Там на одной этой штуке, видишь, она обросшая, по ней ползти можно, поэтому сейчас можно спокойно проползти. Тихо. Есть. Враг на подходе! Покончим с этим! Вот так, чпок, красиво. Ой, нет! Давай! Бля! Тихо! Готов, тихо! Там стреляй, на! О, это бронированный! Хуясь, они обычно с одного этого выстрела убиваются с отраженного. Так, допустим, хорошо. Пока все нормально. Живым ты отсюда не уйдешь. Это кто? О, смотри. Прилетел. Бля, жалко улетел. Я бы сейчас корабль бы у него просто бы отжал. Он там стоит, да? Он ждет меня? Хорошо. Я таких, как ты, на завтрак ем. Знаешь об этом? По 12 штук за раз. Мне даже прыгать хуже получается на эти лианы по веревкам, чем убивать вас, долбоебы. Предатель, ты мой! Зацепило немного. Да ты почти сдох, так, дружочек. Вот и все. Прикинь, чувак, это клон, его клонировали, тренировали, хуй знает сколько, он летел с другой планеты, хуй знает сколько, прилетел сюда, такое счастье, говорит, выебу. И просто за 3 секунды я его убил. Просто, ой, мне его жалко даже стало, ладно. Так, смотри, здесь есть кнопка. Здесь нельзя, мы не перепрыгиваем, значит, пускаем это, все понятно. Мне даже его жалко стало немножко, он такой самоуверенный, прибежал, просто опиздюлся за 3 секунды и все. Ой! Да ёб вашу мать, я говорю, я прыгаю хуже, чем с ними дерусь. Во, я просто очень рано прыгнул, далеко был. Окей, ладно. Окей, хорошо. Идем. О! Ах ты ж сука какая, ничего себе, за углом стоял. Вот так вот себе, понял за это. Нельзя так делать. Я все понимаю, но так вот прятаться за углом это фу-фу вообще. Так, это не открывается, смотри. Тихо. Я, честно говоря, заблудился, в какую сторону я иду. Мне кажется, я уже по кругу бегаю. Да нет! Тихо. Не цепляется, погоди. Так, вопрос, зачем я это вообще сюда поставил? Кто-нибудь скажет мне? Я сейчас пытаюсь просто сообразить. Хорошо, а если мы это отключим? Она улетит туда в бок, да? Логика понята, мне нужно как-то запрыгнуть на нее. А, ну, нажать быстро и быстро бежать, как я понимаю. И туда уехать, я понял. Пока она отключается, смотри. А, есть, получилось. Все. Отлично. Так, а это? Так, погоди. Так. Ну, блин, получается и вот сюда, наверное. Только меня это вернет назад, смотри. Ой, да ёб вашу мать, да что же он падает постоянно? Тихо, бля, тихо! Иди ровно, бля, вот. Вопрос, нахуя? Запрыгнуть наверх? Погоди, чё-то здесь... Мне надо на ту сторону, наверное, погоди. А зачем мне сюда? Не, погоди, здесь что-то нечисто. Не, ну явно я тут никуда не допрыгну, это явно понятно. А зачем это тогда херня? Вот это я сейчас не понял, ладно. Теперь надо просто вот сюда, вот, мне кажется.
прыгает как ловко, а? Так, сюда, хорошо. Дальше что? А вот дальше я хуй знает что. Так. Так. Ой, блядь, так, я вообще запутался, подожди. По сути, нам нужно вот сюда, то бишь нам надо перепрыгнуть вот на эту штуку, вот сюда, вот, вот, вот сюда, вот. Побежать и сюда допрыгнуть. Но. Как куль с говном повис. Ладно, нормально. Да, я чуть немножко тупанул, не увидел опять лиану эту. Вот, а теперь... Вот так вот, красиво. Отлично. Вот это было круто. Так, теперь по стенке туда. Я прошел тут буквально вчера Dying Light 2. Есть полное прохождение, посмотри, причем, как я понял, я прошел, можно сказать, почти что наилучшим образом ее. Там несколько концовок, моя концовка оказалась не такая уж и плохая, то есть она была даже очень хорошей, то есть я старался. И там прыжок, он на Xbox на кнопке RB, это бампер правый. И здесь я по привычке пытаюсь прыгать этим же бампером, а у него здесь это замедление противника способность. И я их путаю, ёб твою мать, баран бежит, смотри. Я их путаю. Уходим просто. Нет. Вот, я говорил, видишь, он на нем зацикливается, и все. И я путаю. Представь, какие артефакты и не могу прыгнуть. Империя бы упустила. Не начни ты шнырять на этой глухой планете. Думаешь, оно того стоит? Я слышал, проект Бур принес большие потери. Штурмовики и рабочие. Пушечное мясо. Ты чудовище. Блять. Я точно меня сделала Церы. Бля, он не даст мне жизни, слушай, надо его валить, короче. Тихо! Бля, удар опять не прошел, что за прикол это? Уходим, сейчас будет плохо. Вот так вот, отлично. Что с этим? А, все, я понял, смотри, делаем так и делаем вот так. Да, я понял. Есть. Открыт короткий путь, хорошо. Тихо. Смотрим, никого вроде нету. Так, хорошо. Это мы вернулись в начало, да. Ага, эти ребятки уже стоят. Эти уже ведь стоят, внизу восстановились. Здорово. Ох ты ж какой, плеха. Ух ты ж какой шустрый, а. Стим, беди. Шпрыса. Еще одна. Вова, пускай он с ними дерется, подожди. У него две, у меня одна, тихо. Бля. Я уничтожу тебя. Тихо, медленный. Блядь, а чё такое-то, блядь? Блядь, крыса ебаная. Блядь. Ты прикинь, меня реально сейчас крыса просто вот подставила. Я из-за нее просто помер. Мне осталось буквально его один раз ударить, и все. А эта крыса меня сбила удар, и все. И пиздец. Охренеть, друзья, смотри, куда меня отбросило. Меня просто отбросило, вот, блядь, где мы все прыгали, меня самое начало отбросило. Зато меня увидел ту штуку, смотри. Я тогда мимо пробежал, а сейчас ее прям лицом к ней развернули, я только нихера себе. А, нет, короткий путь мы открыли. Все. Блин, я реально думал, что это самое заново все надо прыгать. Все. Короткий путь. Вот этот долбоеб стоит, сейчас мы его наваляем. Ты не стоишь нашего внимания! Иди сюда. Давай, иди сюда. Чего ты стоишь там? Иди сюда. Ты умрешь за свои убеждения! Там просто эти крысы сейчас полезут, я не очень хочу туда всылаться. Я тебе сделаю, джедай! Да хрен ты что сделаешь? Со мной такое первый раз! И последний раз. Так, все, готов. Сейчас полезут шпрысы откуда-то.
Не, о, смотри, видел? А я уехал от них. Крысы лохи. Ебать. Эй, сейчас. Тихо. Мне надо, чтобы тот выстрелил. Уходим, тихо. Бляха, мне нужно сначала этих убить. Тихо, бля. Готов, тут еще один. Вот он. Давай, стреляй быстрее. Готов. Уходим, уходим. Тихо. Блин, мне нет. Фокусироваться я больше не буду на них, нафиг. Фокусироваться очень-очень плохо, вообще он не ворочается совсем. Так, здесь закрыто. Какие-то ворота, нам, наверное, куда-то надо вот туда, вот в бок направо. А я хочу посмотреть, что у нас еще вот здесь. А здесь, опять же, ничего хорошего, ладно. Вот сюда нам надо. А, я забрала артефакт на свой корабль для изучения. Жаль, что ты не успел. Чё можешь красть что угодно. Ты никогда в этом не разберешься. А ты смог бы? Еще немного и узнаешь. Пожалуй, я рискнул. Она такая выпендрежница, она такая вообще. Я отнесла этот артефакт себе на корабль. Да-да, на свой личный крутой дорогущий корабль. Такая, да иди ты в жопу, бля. Мне насчет до пизды, что там делаешь, бля. Пока ты там бегаешь и всех спасаешь, я тут сижу и артефакты на корабле у себя это рассматриваю. Дайте ты нахер. Фу-фу-фу, короче, противная баба. Так. Так, ага. Так, по кругу. Только, да, вот по этому кругу. А, нет, вот по этому кругу. Так. Прыжок и... Да хуй там. Это нихуя не прыжок, погоди. А что такое-то? Надо выше было подняться, что ли? А вот на самый верх давай поднимемся. Во! О-о-о! Нифига ухватился, это за самый... Это так и должно быть, да? Я думал, все, я опять думал, разбился. Так, и чё? А, тут, наверное, наоборот, по низу надо, погоди. Да нихера! Так, подожди, друзья, я сейчас перепрыгну и продолжу, потому что я реально сейчас буду прыгать здесь, наверное, час буду прыгать, подожди. Да, друзья, все нормально, блин, с 25-й попытки все-таки почему-то я допрыгнул до третьего вот этого... блока, все нормально. Я не знаю, почему не допрыгивал до этого. Просто вот не допрыгивал и все. А сейчас допрыгнул. И эта веревка здесь красная ни к чему, по-моему. Падлы. Просто падлы. Ага. Ой-ой-ой, тихо, прыгать надо. Так, готово. Кнопелька. Кнопулька. На пушечка, на пушонок. Ага, это мы отключили вот эти штуки. Ладно, допустим. Зачем, только непонятно. Может быть, надо... Не, ладно, хорошо, оставим. Может быть, надо было выключить, когда они закрыты будут. Тогда и выключить, чтобы как бы стенка какая-то образовалась. Ползалка, типа того, что... Так, смотрим. Не, погоди, обратно. Не, ну здесь больше некуда, да. Давай сюда тогда. Этот BD-1 как попугай у пирата. На плече сидит. Так. О, место силы. Заебца. Так, делай. Бля, до очка навыка-то не хватило, смотри. Вообще чуть-чуть не хватило. Обидно, я сейчас этих вот впереди ребят убью, и мне дадут очко навыка, смотри. Так, по-любому, наверное, сюда, потому что там мы никуда не допрыгнем. Ага. Пошли. Оу. Фига там что, там, блядь, пропасть в ад, что ли, прям, я не понимаю, вообще ни конца, ни края нет. Я заметила кое-что, пока осматривала... Сейчас узнаем. Я заметила кое-что, пока осматривала этот саркофаг.
Это место прекрасно подходит для устранения вредителей. Ты заманила меня сюда. В этом и был твой план? Ты правда туп, как разборщик. Он задолбал меня оскорблять вообще? Чё он ругает меня постоянно? Ты туп? Еще что-то? Чё ты? Я не понимаю. Ёлки-палки. Он здесь! Не дать ему сбежать! Вижу цель! Открыть огонь! О, леталка. Понял. Прилетит. А это чё? Пришлось выстрелить! Смотри, чувак умер и стоит, смотри. Клёво, смотри, видел? Я тебя достану! Воу! Воу! Очень-очень узкое пространство, очень тяжело. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Тихо, блядь, умри. Уходим, получено очко навыков, хорошо. Блядь, больно, больно. Уходим, уходим, уходим. Беги. Давай мне эту зеленку. Подорожник зеленый. Выдвигаюсь в позиции врага. Да, блядь. Хватит бежать. Ах, сука, уходим. Отлично. Наедине. А-а-а, блядь, зажимает, зажимает. Есть, все. Блядь. Помоги, пожалуйста. Охуеть. Давай. Вау. Что делать? Что делать? Я потерял меч. Меч, 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 меч. Надо что-то нажать сейчас будет, подожди. Охуешка. И чё? И всё? А, она, понятно. Так где сила? Блядь, сказал бы я, где сила? Она вокруг меня, она внутри меня. Сейчас нас научат притягивать предметы, смотри. Настанет время, когда эмоции, боль, изнеможение запутают тебя. Ты подумаешь, что присутствие на ногах, смотри. Изолирован. Это лишь иллюзия. Твой меч лежит здесь, вдали от тебя. Но вас все равно связывает. Ну понятно, притяни его, хуё-моё. Да, 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 да. И призови свое оружие. Да. Все ясно. Даже поближе подняли для лохов специально. ЛТ, используя притяжение. Используй ЛТ. Так, а ЛТ это у нас вот эта кнопка. Охуеть. Ну понятно, РТ отталкивает. Сила тебя. Внутри тебя. Связывает тебя с мечом. Ты кому-то себе говоришь? РТ, правый курок отталкивать, левый притягивать. Расслабься, падаван. И получай удовольствие. Не отвлекайся ни на что. Есть. Ну понятно, жмем ЛТ, быстро. Быстро жмем ЛТ, хватаем меч, врубаем его. А, сила нет, течет во мне, она связывает нас. Притяжение, все, я понял. Пожалуй. А, ну все, сейчас мы начнем веревки притягивать. Ой, блядь. Ой, то есть помимо того, что нам бегать по стенам, прыгать, толкать, замедлять, нам еще нужно и притягивать это теперь, пиздец. Ну вот видишь, вот я же сказал. Ладно, пошли. Подожди, а ЛТ это же у нас это, хвататься еще за стену ЛТ, во. Вот, ЛТ, да, хвататься за стену у нас еще, главное не забыть об этом. Нет, подожди, а почему нет? Вот, все нормально. Где космолет этот улетел, тут нет корабля. Те. Здесь вся карта на силах притяжения. Заметил, вначале сказали, что эта фигня имитирует силы притяжения Земли. И вот у нас появилась сила притяжения. Хо-хо. Так, а что дальше? Ха-ха, смотри как. Охереть. То есть мы можем притягивать и отталкивать сразу. Интересно. Ты выжил. Да. Что, нарушил твой план? Выжил, конечно. К счастью, я всегда предусматриваю случайности. О, отлично, друзья, как раз. Давайте вот сегодня закончим уже. Серия у нас уже часик почти прошел. Ну да, примерно часик у нас и получился. Давайте вот здесь остановимся. Поднять шпиль... Чё? Было написано. Ладно, здесь пока остановимся. Сейчас как раз это восстановимся. Точнее, остановимся и восстановимся. Да, все верно. Доступны новые навыки.
Ну, хорошо. А, погоди. Мощный толчок, я его качал, по-моему, нет? Еще мощнее, что ли? Позволяет Кэллу отбрасывать группы врагов и сбивать с ног целью крупных размеров, типа шагоходы. Притяжение захватом. Удерживайте притяжение, чтобы Кэллу мог притягивать и удерживать большинство врагов, а также притягивать к себе врагов крупного размера. Тречка навыка. Контейнер Steam в БД целиком восполняет индикатор. А, ну это улучшение хилки. Так, хорошо. Экспертные навыки выживания. Увеличит максимальный запас здоровья. Это очень интересно. При использовании Steam в БД-1 Кэл восстанавливает больше здоровья. Слушай, нифига себе. Два очка. Тут два очка. А тут тоже два очка. Все, копим тогда. Делать нехер. Отдыхаем, выходим и на этом заканчиваем. Все, друзья, пишите комментарии, ставьте пальцы вверх, делайте репосты, ставьте колокольчики, подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. Спасибо, что смотрите, удачи и всем пока, до следующих серий.